Итак, перед вами зачитан двигателя и коробки передач на Audi Q5 17 года. Это защита двигателя, а это защита коробки. Крепление поставляется напрямую с завода, то есть крепление идет вместе с защитой. Защита имеет ребра жесткости, вот они представлены перед вами. Вентиляционные отверстия, вот они. Ребра жесткости также есть и на этой защите. Вот. Есть силиконовые амортизаторы, вот они. Они препятствуют скрипу защиты, когда трется об ваш автомобиль. Спросите, какая же толщина у этого аксессуара прекрасного? 2,2 миллиметра. 2,2. И это не фольга, это плотная защита. Вот посмотрим ее внутреннюю сторону. Отлично. Покрыта она антикоррозийным покрытием и итальянской порошковой покраской. Вот он здесь. Устанавливается на штатные места. Крепление в комплекте. Установка занимает порядка 15 минут. Любые вопросы пишите в комментарии. Спасибо за просмотр и хорошего дня.